Bam. Это была линия, ну, самый дальний. Да, 6-6. 6-6.
О, хотел отколоть. Ну, баба. Все. А, мозговой. 8-6. Да, она и так была. Чем предполагался. Да, да, да. Да. Ну, ну, зафочил, значит, это... А, да, мы как-то уже покинули. Не, ракетки при каждом ударе. Тим будет выдавать.
Вообще это не твой колес. Thank you.
что, все то же самое? Теперь два. Наша задача поставить их на сердце. Привет, Ариш. А что строишь? 0-3. Олег, принимай. Да, принимаем. Оль.
Да? Дим! Играйте пока это меня. Дим не хочет. Попал.
11. Давай сейчас. Ну, я сейчас три выиграю. Ну, хотя бы один сам. В следующий раз он был. Да, я его
Я там стоял вообще, то есть, в принципе, большой был вероятность, что я бы там сделал. А что ты, кстати? Потому что он же играл с низкого вала. Я думаю, просто пойдем. Давай? Да? Давай. О, давай. Ну ладно, Костя хочет отнять у меня 3. Что отнять? Я тебя хочу присудить в честную победу. Ну, честно, аутом, который я зачем-то взял. Еще чуть-чуть ближе стоял, вообще бы сверху сыграл. Олег, зачем ушел назад? А если бы он на сетке сыграл? Лёш, тут ты стоял, да, Олег да, снизу да. Играл, и чё? Thank you.
Олег, чуть-чуть поближе. Прям. Там смысла стоять нет. Ай-яй. Я права, вы ногой шаг глупый. А я не видел. Олег не добил и опять на левую ногу. А и отходишь ты, потому что у тебя левая нога впереди, тебе и оттолкнуться проще на разворот. Да. Мы так и поняли. Я вот на улице. Ну так значит на три. Давай, я буду. Давай.
Yeah.
Ты мне такую подаешь. Где логика? Thank you.
даже его уже принял. Ты врученый. Да я пришел, все хорошо, хотел бы. 7-5. Надо же так, а? Дайте же, дайте просто. 6-7. Прости, Олег. Я верну. Ну ё-моё! У меня над головой очень страшно посвистело. Давай.
нет, это было ужасно. Нет, там уже кости что-то мотнул мимо.
тебя либо слышишь, либо где-то ты не будет. Не только далекий. Не только далекий, я могу без меня просто. Ну какая вы там выберете? Поездки. Сидел. Сколько? Я За что ему сидел? Вот на машине, наверное. Да не, я перекладываю. Нет, я скажу, что... Влазит? Зря я это сделал.
я вышел к тебе, я еще спросил, с кем я играю. А, точно, да-да-да. Я вышел к тебе, по сути, играю. Блин! Ебал! Все, я просрал момент. На грани,
Ё-моё!
3-2. Я тут ко мне передаю.
добить на сетке, да, поэтому пошел на сетку. Натурально не поверил. Все, что ли? Да. Первый раз я. Да. Олег. Да. Ну ладно, бегайте. Thank you.
Блин, черт! Thank you.
Мочить, я попал в три. Мочить не перегрейте. Вот так. Ну как я уже говорил, во Вьетнаме все подают ноль с другой стороны, слева. Правила должны быть общие. Народу. 2-1. Еще не дошло. Ладно. А то я посыграл. Наделали ног. Заряд. 4-3. Чем боком-то стоять? Не знаю, я не понял, куда бежать. Ты умный. Ну, вот стоишь вот так. Я оттуда бью. Все? Ходи. 0-6.
15. Ну, кстати, зацепил такой интересный парень. Ну, чуть не уснул, отвлекательный. Ну а зачем рассчитывая на то, что соперник может все играть как можно лучше? Два-два. Правильно? Да. Три-два. С тем упорством, с которым ты вот этот хрень отрабатываешь, это нормальный бэк, который уже давно отработал. Ну ё-моё, что такой высокий-то, а? Смотри, у него баланс упал, все,
А мне кажется, идеально. Нет, эй, так точно? Но... Нет, нет, если Алан упал, то есть то, что раньше. Переиграй, 1-2. Непонятно. 1-3-4. 1-2-3. Олег, давай его вдвоем попробуем. Вдвоем мы точно проиграем. Вдвоем я, к сожалению, пару не умею играть. Как это сказала. Давай. Уверен, он такой. А в одиночку пару умеешь? А? В одиночку пару умеешь? Ты говоришь, вдвоем я пару не умею. Четыре один.
4. До скольки играем? А то есть подозрение, что там очередь. А, давайте идти. Ну мы с Димой, может, а потом... Ну да, чтобы не заставать. Вы как, пером платите? Не, лучше классик, да? Ну, можно и пером. Да, пером. Там перо-то есть, перо, зачем? Перо. Нет, там есть пором. Сотовка. А это типа 300. Да? Да. Как странно, это 300. Thank you.
Два-два. Баланс не больше 15, поэтому... Но в любом случае 15. 4-3. Он такой же. Короче, я покупал 300-ку в моем центре. Мне сказали, что это 300-ка. Вообще они зеленым не делали. Для другого рынка. И письмо от Лайнинга прислали с печатью. Ну, как бы, что это типа 300-ка, но только для другого рынка. Что типа качество те же. Тебе вздохнуть надо, да? А мы с тобой играем? Конечно. Ты читерские кинул. Ого! Нифига себе, как он летает. 300-ка. 300 это скорость. Я предупреждаю. В темноте. Ёбан контент. А! Это 78-й, к сожалению. Быстро. Так, что там? Тяжелый. 1-2. Все хорошо, там попадает. Слишком быстро. Да мне палочку попасть. Два. Вот попал. Ноль. Два. Два. Длинный. Длинный. Понял? Нет. Длинный, да? Два. 11-2. А, ну 15-ка играет. Нет, это вы с Лёшей 15-ка играет. Да, слушай, баланс. 78-й это плохо. Тишите мне, да. Это прям отгруженное, это игра. Супер спидно написано. Нет, там супер сириус написано вообще. Сириус, да. Так.
Так, что, все, что ли, да? Да. Но я этим фуфу не владею. Я теоретически догадываюсь, как это делается. Хорош! Такой медвежий. Оля. 9-5. Ну, я не бегал, можно признаться. 10-5. Вот это мега куда. Сколько? 7-10. Это 11? Да. 9 минут. И далеко, и широко. На волоку очень легко. Олег, я смотрел своими подачами, они не долетают иногда даже до желтой линии, а до белой не долетали никогда. Какой смысл в одиночной игре подавать на пол поля? Она же должна, нет, даже, она должна падать в самый зад. Она должна падать в самый зад. Какой смысл, ты, не, ты ее подаешь, как будто ты играешь в пару? Зачем ты, зачем с пэхом, почему ты не подаешь? Она, ну,